Детское радио представляет. Маленькие вы или большие, правила эти знать должны. Ты пешеход или едешь в машине, правила движения для всех важны. Где стоять, а где идти, где переходить пути, пропускать ли пешеходов нам в любое время года. Можно ли мне быстро мчаться, как мне обойти трамвай? Будем вместе обучаться, ты вопросы задавай. Знать должны мы непременно правила, чтобы ехать и идти нам правильно. На вопрос любой ответ найдем, лишь слушай наш на детском радио «Веселый гараж». «Веселый гараж». Здравствуйте, мальчики и девочки. Добро пожаловать в наш веселый гараж. А где же Вжик и Ласточка? Ах, вот они, прикатились наконец. Ой, Вжик, еле успели, да? Все из-за тебя, Ласточка. Почему из-за меня-то всегда? Потому что ты едешь очень медленно, а я решил тебя не обгонять. Так, дорогие мои, а здороваться кто будет? Здравствуйте, извините нас. Привет всем. Не нас, а ее извините. У меня вон такой мотор. У меня тоже есть мотор. Да вы у меня моторизованные? Нет, ну согласитесь, мой мотор. Мотор всем мотором мотор. Самый мощный на свете. А у Ласточки так самокат какой-то, а не машина. Сам ты самокат. Самокат – это очень даже неплохо, между прочим. Только самокат – это не машина. И, кстати, человек на самокате совсем не водитель. Как это не водитель? Он же водит самокат. Водить-то водит, но приравнивается к пешеходам. Вот, значит, я точно не самокат, потому что я не пешеход. Да не пешеход, не пешеход, не волнуйся. Вжик у нас большой шутник. А пешеходам ведь нельзя по проезжей части двигаться, да? Категорически запрещено. А я мальчика видел на самокате. Обогнал его, конечно. А где же им ездить тогда? А на роликах где ездить? Между пешеходами ведь сложно. Можно и наехать на кого-нибудь. Какую-нибудь маленькую собачку. Или даже маленького ребенка. Интересно вам стало, как я погляжу, да? Думаю, не только вам, но и всем ребятам. Ролики, скейты, самокаты. Как здорово, что они у нас есть. Только надо учиться ими управлять. А это сложно, да? Ну, без моторчика, вот так, самому. Это, дорогой мой Вжик, хоть немножечко, но спорт. А если серьезно заниматься, то и не немножечко. Вот бы научиться ездить на роликах. Ну привет. Ты, Ласточка, уже на колесиках, ты же машинка. А вот ребятам у радиоприемников надо бы кое-что об этом рассказать. Делайте погромче и слушайте Белоснежку. Про меня и семерых гномов есть прекрасная сказка, но вы не знаете ее продолжение. В общем, жили мы не тужили на лесной опушке. Я Белоснежка и 7 моих друзей гномов. Как-то раз 4 гнома остались дрова рубить, воду носить, да обед варить, то есть на хозяйстве. А мы с остальными поехали в город. Первому гному купили самокат, второму ролики, третьему скейтборд. Ух, и обрадовались они, как начали гонять. Кричат, падают, люди вокруг пугаются, машины с визгом тормозят. Стало мне за них страшно. Собрала я их в кружочек и говорю: хоть вы, друзья мои, с самокатом, скейтом и роликами, а все равно вы пешеходы. Поэтому не суйтесь на проезжую часть. Там, где машины ездят, вам кататься нельзя. Для катания спортивные площадки есть, дворы, дорожки пешеходные. Смотрю я на них, все коленки в ссадинах, хорошо, что голову себе не разбили. Надела я на них защитные наколенники, налокотники и шлемы, и покатились они у меня по тротуару. Неплохо так покатились, ровненько. Один раз, правда, чуть в клумбу не въехали, но потом освоились, научились объезжать столбы и фонари, тормозить где нужно. Все гномы, как гномы, спокойно едут, что на скейте, что на самокате, и только самый младший гном, который на роликах, к велосипедисту пытался прицепиться, еле отцепила и оставила без десерта, потому что это очень опасно. Вон, говорю, велосипедная дорожка. По ней ехать можно и тебе на роликах, и братьям твоим на скейте и самокате. И покатили мои братцы. Ровненько да аккуратненько. Все правила соблюдая. Долго ли, коротко ли, а вечер наступил. Стали люди с работы возвращаться, студенты из колледжей, деток из детских садов повели. И пришлось мне моих спортсменов домой обратно уводить.
Как ни упирались они, а делать нечего. Потому что главное правило и дорог, и тротуаров – никому не мешать. Вот и сказки конец. Ух, какая Белоснежка спортивная, оказывается. Я и не знал. И рассказывает так увлекательно. А главное – познавательно. Теперь все, кто собирается освоить скейт, самокат или ролики, вспомнят Белоснежку и ее гномов. Коль ребенок ты спортивный, скейт и ролики купил, можешь ты теперь кататься. Только бы хватило сил. Шлем на голове, на руках, ногах защита, чтобы руки и коленки не были разбиты. Можешь ездить по двору ты на самокате. На проезжей части будешь ты совсем-совсем не кстати. Чтоб прохожих на дороге не пугать, кататься нужно так, чтоб столкновений избежать. О, какое хорошее стихотворение получилось. Давайте прощаться. Вжик, всем удачи. До свидания, Ласточка и Вжик. Ребята, до новых встреч в нашем веселом гараже. Идти нам правильно. На вопрос любой ответ найдем. Лишь слушай наш на детском радио «Веселый гараж». «Веселый гараж». Программа создана в рамках реализации федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.